окончательно в белой форме гости, Пари Сен-Жермен в фиолетовых цветах хозяин. Дальше сразу заброс на Шупо-Мотинга. Есть пространство перед камерунцем. Передача в штрафную. Скидка. Решил иначе. Ну а здесь Маркинес попал в Паредо с мячом, мы видели. И здесь первая желтая карточка. И, словно не понимает, по-моему, это Ибраим Сангаре. Да, именно 17 номер Тулузы получает это предупреждение. Ну, что ж. Дагба, а здесь Крадель вступает в отбор. Бывает. Передача, Шупо-Мотинг, здорово. Мбаппе сделал на него передачу. Но пока у Шупо-Мотинга не идет в этой встрече. Как же элегантно играет Килиан Мбаппе. Здесь уже Инкунку пришел на подмогу. Здорово, Крадель. Подача на дальнюю штангу, совсем на дальнюю. Подача на ближнюю штангу, удар, Альфонс Ореоля. Оказывается, там, где нужно, и еще один угловой. Кристофер Жульен с близкого расстояния нанес этот удар. И повезло здесь отчасти Альфонсу Ореоля, что мяч аккурат в него летел. С другой стороны, движение рукой акцентированным было сделано. В эпизоде Дагба в центр, Паредос в касание, Бернат, вновь Паредос. Забегает там, по-моему, это Курзава был. И на Краделя. Хотя темп абсолютно невысокий, но здесь достается капитану Тулузы уже. Краделя есть немножко пространства, но ему больше и не нужно. Он уже в штрафной площади. Но нет, Тило Керрер считает иначе, но все-таки угловой. Рядом Шупо-Мотинг, Мбаппе в штрафной, падает защитник. Рене Шупо-Мотинг! Каким чудом Шупо-Мотинг здесь не попадает в створ? Наверное, и сам Эрик Максим не ответит на этот вопрос. Ну как же здорово здесь разобрался Килиан Мбаппе. Дайте смотреть просто на него. Вот он справа, белая футболка. Как же здорово бежит этот парень. Бедного. Играл Монако. Но Килиан Мбаппе в его составе был. Просто Граделя, но здесь Кера. И Градель нарушает правила. Ат. Но штрафной. Штрафной Шупо-Мотинг. И вновь не получается у камерунца пробить здесь. По-моему, все-таки угловой должен быть назначен. И может и пробить отсюда Джимми Дурмас, но делает заброс. Санаго! Придерживал его слегка Тило Керрер здесь. Об этом сигнализирует Яя Санаго. Правильно, то в отсутствии самодачи. Здесь нарушение правил, причем сразу два момента. Для того, чтобы полностью выкладываться за Пари Сен-Жермен. Подача Паредоса. Подача. Уходит его Дагба. Заброс штрафную. Уже по огромному кругу отбежал Килиан Мбаппе. Подача, ошибается Рейне, и 1-0 становится счет, но, учитывая столпотворение, поворот Батиста Рейне, вполне возможно, что сейчас потребуется арбитру, главному арбитру этой встречи, Амаури Делеру, помощь его помощников из одного известного помещения, где просматривают видеоповторы. Ну, пожалуй, что нет. Наверное, и не потребуется. Ошибается Батист Рейне. Мяч. И отменяет. Заброс на Мбаппе. Здорово обрабатывает мяч Килиан. Вблизи штрафной площади. Заброс. Граделя. Подача в штрафную. Рикошет. Ореоля. И угловой, или же все-таки положение вне игры. Здесь серия рикошетов. Здесь вот мяч точно вышел из-за предела поля. А кто же коснулся Флика и с кем угодно этот миниатюрный форвард. И атака парижан пока не начнется, потому что Джимми Дурмас левой ногой пробил, но в створ ворот Ореоля не попал. Стоял Кунку, есть Бернат. Проходит эта передача, Бернат штрафной, здорово обыграл Амьен Аду.
передача назад. Паредес может пробить отсюда, что и делает аргентинец. И вынуждает Батиста Рейне взмыть воздух. Хотя мяч пролетел. Изначально показалось, это на метр выше ворот. Но вот на повторе, кажется, так же создали. Плохо. Вот вопрос. И штрафной уже парижане. И по всему сразу мы не увидим. И давайте тогда, раз уж свисток Делеру прозвучал, к составам. Состав хозяев поля в ворот. Шубомотинг. Здорово, Шубомотинг здесь. Забрался с Кьюзаком. У Тулузы. Передача на Дагба. Паредас. Заброс штрафной. В серии 11-метровых ударов в Испании. Здесь Альфонсо Риоля. По свою команду еще раз забирает этот мяч после удара Джимми Дурмаза. Но повтор. Удар Дурмаза. Качил Камьена Аду. Но в окружении двоих футболистов Пари Сен-Жермен. Конечно, тяжеловато, но Амьен Аду все-таки попробуйте покатить мяч на 12-го номера Тулузы. Но разберутся игроки Тулузы. Заброс, удар. Скидка была. А, Килиан Мбаппе. Все, этого пространства ему хватит. Но Килиан Мбаппе хочет сделать передачу. Передачу делает здорово. Швин. Рядом Джимми Дурмаз получает передачу. Амьен Аду пошел поближе к штрафной. Подача. И Дилек получил передачу. Заброс на дальнюю штангу. Мбаппе. И не попадает в створ. Пытаясь пробить боковыми ножницами. Килиан Мбаппе у гостей. Ошибка могла получиться. Курзова, но Верати, соответственно, занял позицию Хуана Берната в центре поля. Нарушение правил. Заброс на Дагба. Прострел. И слишком высоко для Килиана Мбаппе. Все по нотам было разыграно. Но вот чуть-чуть сфальшивил Колин Дагба. Но Максим Шубомотинг надеялся, что стали проходить у парижан раз за разом. Мбаппе, он с мячом, и он в штрафной. Прокинул мимо Кьюзака. Но так. Мбаппе. Не проходит передача. Шубомотинг. И вновь Амьен Ами. Это два футболиста Парижа у мяча. Разбег, удар Паредоса. И не попадает в створ. Аргентинец. Неплохо пробил. Паредос. Заброс на Шубомотинга. Сила здорово действует. И передача на лавину успевает. Тут же в касание обратно на Мбаппе. Тот штрафной. Но Кристофер Жульен не. Мотинг. Прошла передача на Керрера. Подача. Мбаппе. Удар. И, пожалуйста, 1-0. Килиан Мбаппе забивает очередной мяч в чемпионате Франции. Полумомент. Просто отвлеклись. Долетел мяч до Мбаппе. И 27-й гол его в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Лучший бомбардир. Далеко ускакал вперед Килиан Мбаппе. От своих партнеров, от Кавани с Неймаром, от Николя Пепе. Ну а дальше и вовсе большая пропасть. Одним касанием. Джимми Дурмаз на фланге. Смещается в центр. Заброс штрафную площадь и не пускает.